Всем привет, всех с праздниками, прошедшими и наступающими. Мы с вами в салоне Лада. Давайте посмотрим, какие машины стоят в салоне, какие цены, какие комплектации вообще. Давайте начнем вот с этой Весты. Я так понимаю, это самая топовая комплектация. Смотрите, у нас литье, 16 колеса, универсал. Машина закрыта, но это у нас уже новая Веста с вариатором. Давайте смотреть, сколько же стоит такая машина. Красивый белый цвет, еще подсветка такая интересная. Смотрим. Лада Веста СВ, Люкс Enjoy Pro, 1.6, ну, хотел сказать, автомат, вариатор, 513 лошадок. Машина стоит 2 200 000 рублей. Ну вот почитайте, какие цифры. Первый взнос 40% и так далее. Вот так все это смотрится. Но если бы Весты производили, я так понимаю, цена была бы и поменьше. Как считаете? Идет спереди брызговички имеются. Достаточно все красиво. Лада. Full LED. Не просто так. Туманочки, все имеется. Идем дальше. Гранта седан, тоже белая, штампы, колпаки. Ну, машинки пока в таких простеньких комплектациях. Давайте читать. Лада Гранта седан, классик, механика, 90 лошадей, 810 500 рублей. Кстати, про вот эти движки, 90 лошадок, было очень много написано в журнале «За рулем», мол, типа, что вот после обкатки вот эти движки очень себя достойно ведут, и машина очень мало потребляет топлива. Подогревов нет, ну руль такой, ну что делать, музыки тоже нет. Кстати, что-то я не посмотрел, есть ли тут какие-то допы, про них ничего не написано. Исполнение классик, 90 лошадей, механика, подушки безопасности водителя, подголовники сзади, сиденья две штуки, изофикс, глонасс, электростеклоподъемники передней двери, аудиоподготовка, 14-дюймовые стальные диски, колпаки, колеса декоративные. И все. И про допы ничего не указано. Ну, возможно, что и так. Идем дальше. Вот у нас черненький такой лифтбэк. Ну, красота этих. А, нет, вон стоит, сейчас потом подойдем. Лада Гранта лифтбэк. Вот тут написано, что допы есть. Комплект ковров, автонабор, 887 000 стоит вот этот лифтбэк, классик, 90 лошадок, механика. Ну и соответственно почитайте, что входит в основные базовые опции. Ну то есть вы понимаете, да, что с автоматом пока машин не будет. Грант, ну как-то так. АвтоВАЗ обещал, что уже в мае на конвейер встанет более мощный движок, 106 лошадок. Зашел на автоспот и заметил, что предложений на новое авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Оно и понятно, машины ввезены еще в 2022 году, дилерам нужно срочно продать и привезти 2023 года. Сделать это нужно максимально быстро, так как валюта вновь скачет, отсюда и цены хорошие, и скидки огромные. Скидки есть как за наличные, так и за кредит, трейд-ин, причем скидки очень достойные. Поэтому, если планируете купить новый автомобиль, сейчас самое лучшее время для этого. При этом, неважно, в кредит планируете брать или за наличку. На сайте автоспот.ру вы найдете лучшие предложения при любых условиях покупки, причем скидки могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Согласитесь, неплохо. Ссылку оставил в описании. Еще вот у нас седанчик черный, штампы, колпаки. Давайте посмотрим, сколько стоит машина. Лада Гранта седан, Classic Connect, механика, 90 лошадок, 8-клапанный движок, понятно. 839 500 рублей, 40% за первый взнос, ну и так далее. Почитайте, кому интересно. Тканевый салон. Здесь уже, смотрите, заводская магнитолка. Давайте посмотрим. Подогрев сидений присутствует, уже стоит заводская магнитолка, кондиционера нету пока, розетка,
Ну и что еще? Все остальное осталось. Воздуховоды, все это присутствует. По поводу подушек безопасности. Видите, у нас СРС Airbag. Не знаю, там есть она или нет, но пока все вот так. И электростеклоподъемники. Вот, стоял вот так, когда присматривался. Я не знаю, или опять подсветка такая. Вот камера, наверное, не передаст такие прям вкрапления красивые. Прям так она вся переливается. Класс. Смотрится, конечно, круто. То есть потертости быть не могут. Машины все новые. Поэтому как-то так. Ну и еще нюанс. Видите, теперь вот эта эмблема, она раньше была хромированная, теперь она какая-то такая несколько затемненная. Ну ничего, тоже смотрится. Оно может и лучше, меньше будет этот налетов всякий. А тут, смотрите, у нас глянцевые вот эти все иксы, тоже красиво смотрится. Там у нас серебристые, а тут вот такие глянцевые. Тоже прикольно по-своему. Еще одна гранта, смотрите. Седанчик, такой синий цвет, 16 колпаки, повторители поворота в зеркалах, красиво все. Ну, багажник открывать не будем, все понятно. Тонировки нет, что тут? Музыки нет, подогрева нет. Ну что, давайте посмотрим, да, есть электростеклоподъемники. Пойди посмотрим. 810 тысяч 500 рублей стоит эта машина. В комплектации классик. 90 лошадок, 8-клапанный движок, механика. Аэроглонас есть, изофикс есть, подголовники задних сидений, подушка безопасности водителя. Ну, такая цена. Вот, смотрите, у нас такой универсал. Кроссовое исполнение, литье стоит. Гранта кросс. Рейлинги имеются, черные зеркала, повторители поворотов зеркала. Ну что, круто. Вот красный цвет и черный, да, вот вставки, они смотрятся. Даже вот эти ручки не цвет кузова, они как-то вот вместе как бы идут. Ну типа такой блэк-пакет. И вот черные вот эти вот пластиковые обводы, накладки эти и ручки, они как бы смотрятся в принципе в целом зачетно. И тут еще вот эти черные вставки. Магнитола присутствует, подогрев сидений имеется. Кондиционера пока нету. Ну что делать? Тканевый салон, это понятно. Механика. Зачетно. Ну что, давайте сейчас посмотрим, сколько стоит такая машина. Гранта кросс. Хэтчбеков, естественно, сейчас производить не будут. Да и, собственно, я считаю, наверное, не нужно, потому что, ну, как-то в прежние годы продажи показали, что берут в основном вот такие машины, лифтбэк, ну, и седан, все. А хэтчбеки, они как-то вот не очень пользовались спросом, поэтому, ну, что, их производить, лишь бы было, я так считаю. Смотрим, Lada Granta Cross, Classic 22, Advance, такая вот комплектация, ну, понятно, что 90 лошадок, механика, 958 500 рублей. Давайте почитаем, что входит. Подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира, подголовники задних сидений 2 штуки, изофикс, глонасс, блокировка задних дверей от открывания детьми, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, заднее сидение с раскладкой в пропорции 60-40, обивка сидений комбинированная ткань эко-кожа, цвет по выбору, оранжево-серый. Ну, противосолнечный козырек пассажира с зеркалом, электроусилитель рулевого управления, регулируемая по высоте рулевая колонка, регулировка ремней безопасности, сиденье водителя с регулировкой по высоте, сейчас посмотрим, воздушный фильтр салона, центральный замок, электростеклоподъемник передней двери, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, hands-free. Антенна наружная, 4 динамика и наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета. Еще раз, 958 500. Давайте посмотрим. Да, лифт сидений имеется, еще тут накладка Granta Cross. Ну вот так. Ну да, кондиционера пока нет, но как кто-то писал, а мне он нафиг не, и не нужен. Ну вот такое дело.
динамики. Ну что, идем дальше. Лада Нива Легенд. Смотрим. Трехдверная машина. Классик 22. Такая комплектация. Механика понятна. 8 лошади, двигатель. 8-клапанный. И объем движка 1,7. Постоянный полный привод. Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой. Понижающий ряд передач. Сапоны переднего заднего мостов. 941 500 рублей стоит машина. 16 стальные диски, аудиоподготовка, антенна наружник, электростикоподъемники передней двери, гидрач, виброизоляция и так далее. Давайте посмотрим. Я чего не хочу это открывать, немного шумные замочки. Мы вроде как с вами тут пришли поснимать, а люди на работе. И лишний раз кто-то будет шуметь, тоже им приятного мало. Два подголовника. Ох, какой яркий свет, прям капец. Классно. Музыки, как видите, нет, никто ничего, допов не тут, да тут, видите, он имеется кондиционер, красота. Вот такая вот трехдверная Нива. Не будем хлопать. Ну и что, еще вот у нас одна Нива Travel со шнуркелем. Я так понимаю, что-то из топового исполнения. Туманки присутствуют. Рейлинги, все это имеется. Давайте смотреть. Лада Нива Travel, Classic 22, 8 лошадей, механика. 1 миллион 230 тысяч стоит вот эта машина. Поставлен полный привод, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, понижающий ряд передач, сапонные передние задние мостов, ну и так далее. Аудиоподготовка, молдинги боковых дверей, 15-дюймовые стальные диски. Тут, видимо, что-то немного они понапутали. Потому что здесь стоят такие литые диски. Ну, бывает, не спорим. Подлокотник присутствует. Давайте посмотрим, что здесь. Такая высокая тачка. Все электро. Имеется, как видите, кондиционер. Подогрев сидений, розетка, подстаканник, еще подстаканники. Тут такой вот подлокотник с подстаканниками. Все козырно. Такой вот прям смотришь, как там, типа, луксофт. Такой тач прикосновения. А когда лук смотришь, и кажется, что такое, я думаю, даже неужели вставки мягкие. Потом вот с этого ракурса. Он такой матовый чуть-чуть. Вот тут как бы блестит, да, пластик, а там матовый. Думаю, неужели мягкая вставка? Ну, то есть вот материалы потихоньку, что уже лучше подбирается. Ну, даже можно так перепутать. Ну что, вот такие машинки в салоне стоят. Надеюсь, что в ближайшем будущем что-то еще появится. Уже весты какие-то там тестовые идут. Вроде как я слышал, читал, что первые 3 месяца будут весты вот с таким же движком идти. 90 лошадок, но ничего. Дай бог, чтобы они вообще появились. И потом постепенно все это будет налаживаться. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.